Иракская группировка «Ансар аль-Сунна» взяла на себя ответственность за теракты, совершенные в конце декабря в Волгограде. Видеоролик с таким сообщением появился в интернете в минувшие выходные на сайте «Вилаят Дагестан». В титрах к видео говорится, что двое мужчин, Сулейман и Абдурахман, осуществили террористические атаки в Волгограде от имени «Ансар аль-Сунны». Кроме того, боевики потребовали от российских властей вывести войска с Кавказа. В противном случае они намерены организовать теракты на Олимпиаде в Сочи. Угроза исходит от лидера террористической организации «Имарат Кавказ» Даку Умарова. Напомним, взрывы, совершенные смертниками на Волгоградском вокзале 29 декабря и на следующий день в троллейбусе, унесли жизни 34 человек, примерно 70 получили ранения. После терактов в Волгограде ввели чрезвычайное положение. На патрулирование города были отправлены все полицейские, а также казаки и дружинники. По факту обоих инцидентов Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Между тем, как заявил президент России, в обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи участвуют 40 000 сотрудников полиции и спецслужб.